отличная игра, повышение функциональных возможностей наших спортсменов и в первую очередь игровые качества мы технически развиваем. Поэтому сама идея провести этот флорбольный турнир федерации, она очень правильная, и мы с радостью ее поддержали. ФХР все очень хорошо организовали. Как бы очень интересно поиграть против других команд, посмотреть, кто что из себя представляет. И как бы, ну, все-таки, да, похоже с хоккеем. Отработать взаимодействие, все-таки долго не катались летом вместе. И очень интересно было. Похоже очень достаточно на хоккей. Во-первых, чтение игры, во-первых, все двигаются так же и открываются, и пасы. Поэтому я считаю, что, ну, вот, игровое больше, чем там техника какая-то. Ну, тренировочный процесс сборной, в принципе, он не скучный, он постоянно разнообразный и очень интересный, тренера очень хорошо работают, но флорбол, в принципе, очень хорошая идея и дарит очень много положительных эмоций.